Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня вторник, 29 августа 2017 года. Цифра дня по нумерологии также 29, а цвет дня, который неплохо усиливает вибрации, как вы уже сами догадались, это все апельсиновые тона. Этот день связан с внутренним ростом и с прогрессом. Очень важно сегодняшний день посвятить самообразованию и получению любых новых знаний. Фиксируйте также все свои идеи и заносите их в органайзер. Тщательно планируйте все важные дела и начинания. Спонтанность сегодня не приветствует. В основе дня лежит рационализм и логика. Не давите на близких и избегайте манипуляций со стороны. Во второй половине дня возможны перепады настроения, поэтому будьте более бережнее к себе и к другим. Хорошего вам дня и ярких положительных эмоций!